Когда-то в нашем королевстве царили мир и идиллия, но потом могущественные силы зла захватили его. Император Зонг. Он разрушил нашу планету, похитил королевскую семью. Вселенная моя. Но однажды придет настоящий герой. Воу! Флойд, тебе повезло, что я резкий как кошак. Торчу на этой глыбе 13 лет. Думаю, в мире есть места и поприкольнее. Знаете ли вы? Разве тебе не пора спать? Что способны? Я уже не ребенок. На большее. Я в тебя верю, дружище. Докажи, что готов к чему-то грандиозному. Кажись, я потянул все мышцы тела. Тут это деликатес. Твоя рука. Ты хоть понимаешь, что это? Что? Это знак королевской семьи. Что? Ваше высочество? Спарк, я думал, ты умер. Ну ладно, пора вынести мусор. И что ты планируешь делать? Убью принца, разрушу по-быстрому еще одну планету и опять заставлю вселенную трепетать от ужаса. О, да. Кто хочет перекусить? Я бы бургер заточил. Ладно, кто за рулем? Одна цель. Прежде всего, нужно свергнуть Зонга. У нас ни людей, ни оружия. Шансы есть, пока у меня есть это. Будет чуточку сложнее. Одна команда. Народ Баны! Зонг забрал нашу планету, но вместе мы ее отвоюем! А можно сперва по-маленькому? Да! Один герой. Я ждал этого 13 лет! Мой выход! Режем по астероиду! Спасут галактику! Снять его! Спарк, герой вселенной. Чанг, ты сможешь. Я косячу в условиях стресса. Шишка будет. Вот напряг.